Всем привет! Но у нас рубрика «Эпичные бои». И самое интересное, их за ближайшее время прошло очень много. Но сегодня я поделюсь именно теми двумя, которые мне понравились. Сначала вот этот бой, ну а завтра или послезавтра, смотря по вашим лайкам, конечно же, выйдет вторая часть. Она еще более веселая. Итак, если у вас мало характеристик, вы на 14 уровне, и на вас нападает тот игрок, который унижает просто 30 уровней, конечно же, что надо? Надо слиться об 14 уровней. Понимаете, существует сейчас очень интересная вещь. Можно грабить хороших топов, именно низких уровней, для этого просто на них нападайте. Подумали 30 уровни и начали массово об них сливаться. Давайте вместе смотрим. Ну и, конечно, видосик заслужил от вас большого жирного лайка. Ну иначе зачем я их просто делаю?